Миледи? Мистер Фрай. Готовы к прогулке? Акр дьявола начинает просыпаться. Боюсь, я должна отменить нашу прогулку. У дома буквально толпятся эти назойливые журналисты. И я не могу позволить, чтобы меня видели в обществе вот... Я от них избавлюсь, а вы выйдете позже. Да-да, но будьте помягче, прошу. Эти господа из прессы почему-то не выносят насилия в свой адрес. Обещаю, волоска с их голов не оброню. Тише, Дезмонд. Это твое, если сделаешь так, чтобы они пошли за мной. Конечно, сэр. Смотрите, смотрите, это Сквайр Бэнкрофт. Нужно делать ноги, а не то меня порвут. Дизи, стоит нанять вас и избавляться от либералов. А теперь... Ваша жена... Премьер-министр! Меня не должны здесь видеть, мистер Фрай! Come on, you're right!
Что это с вашей собакой? О, ничего. Дезмонд просто не любит чужих. И кошек. Представляете, это джентльмен? Да, лоточник, так он назвался. Поразительно, чем только не промышляет рабочий класс, да? Да, весьма промышленно. Идем дальше. Goes around, comes around. This is awful. Thank you.
мистер Фрай? Взгляните на них. Да, кажется, они... У меня второй брак, мистер Фрай. Я и так все вижу. Храни их Господь. А что за мясо он продает? Лучше не знать. Да? Это что-то ужасное? Может, крыса? Опасаюсь задеть присутствующих, но весьма вероятно, еще недавно оно лаяло. Вот она, старушка Боч. Так вот это Пинта, да? А? Чудесно. О. Милый пёсик. Дэзмонд! Умница, Дезмонд. Дай сюда псину. Мы с приятелями найдем тебя, вот увидишь. Ладно, Дезмонд, давай вернем тебя хозяйке, которую я оставил без присмотра в одном из самых опасных лондонских пабов. Если вы никогда не говорили отцу о своих переживаниях, откуда же ему было знать? Никогда об этом не думал. Наверное, мы все хотим, чтобы нас любили. Именно так. Вот, возьмите. О, Дезмонд и мистер Фрай. Знакомьтесь, это... Простите, как вас там зовут? Ублюдок Джон. Чудно. Думаю, вам пора домой, мэм. А вы правы, мистер Фрай. Идем же, Дезмонд. Так, так, так. Смотрите-ка, тут собачник. Так, давайте без опрометчивых решений. Гусарском мундире. Ах, да. Этого джентльмена зовут лорд Кардиган. Он невыносим. Вечно разглагольствует о своих военных подвигах. Вы знаете, где с ним можно поговорить с глазу на глаз? Думаю, так. Сейчас ему вздумалось вести кампанию против Биля о борьбе с коррупцией. Вы наверняка найдете его в Вестминстерском дворце. Будьте осторожны. Правительству не нужен новый скандал. Обещаю, что буду благоразумен. Вот, хорошо. Вперед. Тормози. Мы на месте, мэм. На месте?
Спасибо. Благодарю за чудесный вечер, мистер Фрай. Я отрекомендую вас Дизи. Да. Помогите! Воришка убегает! Помогите, прошу вас! Прошу!